Привет, ребята, приветствую. Столкнулся тут с проблемой. Использовал донгл, использовал свой, который в корпусе. И обратил внимание, что контакт пропадает антенной. А там стоял у меня, получается, вот такой вот разъем. Вот такой вот разъем. Ну и, соответственно, переходник SMA. БНЦ. Китайский. Видите, какое у него раздолбанное вот эта часть. Вот. Получается, когда у меня просто на БНЦ разъем, на FM антенну. Вот. И получается, проблема была в том, что смотря как покрутишь. Если крутнул хорошо, то контакт появился. Нехорошо исчез. Ну, в общем, понимаете. Что я сделал? Взял, выпаял этот разъем и впаял наш SR50. Добрый советский хороший разъем, который я с успехом использую. Вот я его запаял там аккуратненько. Вот. И теперь вот буду донгл использовать с SR50. По крайней мере, я уже не буду переживать и возмущаться по поводу того, почему у меня пропал сигнал. Чего я вам, ребята, советую. В общем, меняйте смело эти СМАшки. Я что-то совсем недоволен ими абсолютно. Люди их хаят сильно и, видимо, не зря. Вот, так что такой вот небольшой мод этого SDR-приемничка, донгла.